тело обожаю. Потому что быстрее, выше, сильнее – это победа, это успех, это мы все сможем. Цветная разметка, шведские стенки, бревно, брусья, кольца и ворота. Каждый снаряд в ожидании своих первых спортсменов. В пристройке к школе «Надежда» продумывается каждый уголок, чтобы особенные ученики чувствовали себя максимально комфортно. Не вертушка? Нет. Раздвижная. Да, да. Все пройдут, потому что он так распахивается. И коляску прокатит. В любом случае нужно. Да, мы как-то контролируем количество детей. И металлорамку. Не только безопасный и удобный входной коридор, но и небольшие кабинеты, а еще уютные домики за пределами классов, актовый спортивный зал и пищеблок, и профильные кабинеты. А в них кулинария и ритмика, музыка и рисование. Не обошлось и без современных технологий. Получается, компьютеры очень крутые, которые будут на стене. Мы привезли в кабинете химии, биологии, в кабинете истории. Стартовали в октябре. Сейчас общестроительные работы уже завершены. Приобретает окончательный вид школьный двор. Обустраиваются спортивные площадки, резиновое покрытие и озеленение. 16 июля – итоговая проверка здания. Дальше финальный клининг и сдача в эксплуатацию. А пока на объекте 37 рабочих и 4 единицы техники. Готовность с каждым днем близится к заветной цифре – уже 81%. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».